Всем привет! Привет, вы на канале Event Play. И сегодня мы будем собирать последнюю часть от нашего дома Lego Friends, дом Эммы. У нас осталась третья инструкция из трех. Да. Вот так. По двум мы уже собрали. Да. Вот что у нас получилось. Три части дома. Значит, скворечник, дерево, два человечка. Вот, сейчас будем собирать финальную часть. Вот так оно должно выглядеть, целый дом. Да. Открывай, показывай, что тебе нужно. Будем приготовлять. Мне нужна белая деталь, номер 6, пакет. И ножницы. Ножницы-то у меня есть. Держи. Ножницы. Деталь, пакет. Тут показано. Дальше уже будем совмещать дома? Да. Что нам для этого нужно? Нам надо взять нашу первую часть, которую мы делали. Подожди, тут не написано? Это уже с крыши. А, это уже крыша, да, вышла? Да. Давай, это совмещай. Будет... Я знаю, совместить. Так, это мы ставим вот сюда. Огроменный дом. О, Боже, мама. Значит, это вот сюда. Сейчас поправим фотик. Нет, неправильно. Мы сейчас поставили. Так вот это предполагалось. Я поправлю фотик, а то он с кровати упал. Ну, ты пока поставь его куда-нибудь. Прикрепи его на что-нибудь. У него уже есть прикреплёнка? Есть дырочка там? Да. Ну вот и поставь на комод. Никак не ставится, дай посмотрю. Нет, она не сможет поставиться. Не поставится? Это только если вот так. Ну, не получится. Не получится, ну пусть полулежит. Так. Ну, что ты такое сделаешь? Пусть на комоде. Это мы все совместили, да? Да. Дальше. И теперь. Крыша и седьмой пакет. Так, стоп, подожди. Крыша и седьмой пакет. Подожди.
вот это мы совместили не так. Так, это должно быть. Так. Так. Да, я не так. Ну что, давай дальше делать крышу, соединять всю конструкцию. Поставлю один дом, смотрели изнутри. Нам нужен седьмой пакет и две бежевые пластиночки. И ножницы, конечно. Ножницы, конечно. Ого, красота какая! Ты у нас отвечаешь за сборку. Так, я тебе подаю запчасти. Куда ножницы мои украл? Курицу на гриле обожаю. Вот сюда. Курицу на гриле. Ням-ням. Давай. Вкусная курица на гриле. Пока папа курицу на гриле поест, если сможет. У нас еще одна комната, ура! Так, давай одну деталь первую. Первонаперво мне нужны такие две детали. Что получилось? Вот такая крыша у нас получилась, и вот такая у нас получилась крыша. Сейчас посмотрим, какую крышу куда. Давай, пододвинь сюда дом поближе. Весь дом двигай сюда поближе. Ничего страшного, пусть книга папа полежит. Нет, наоборот. Подпорот пол, ничего страшного. Так, крыша, смотри, она должна закрывать весь дом. Наверное, как-то так. Нет, она должна, во-первых, ровно. Так, вот здесь. Так. Так, а вторую крышу как? Вот так? Тоже. Она должна вплотную с этой крышей, но чуть-чуть выпирать. На одну, подожди, на одну палочку должна выпирать. Как-то так. А эти тогда зачем две? Кто? Вот эти. А значит, сильно выпирай, значит, не так. Поменьше должна выпирать, значит. Я же говорила, меньше даже так. Огромный дом. Я чуть вон к нему упала, когда увидела эту коробку. Когда она все упала. Что дальше у нас? Смотри, теперь надо взять эту лямку. Я знаю, я вчера тебе говорила. Велосипед собираем. Так, я попробовала, это очень.
попасть в дырочки вот этой штукой. Давай помогу. Да. А я передняя. Может, у меня получится передняя. Так. И что это за смешная штука? Велосипед. Нет, вот это. Это надо из номера первый. Из первого номера посмотреть, что это за штука такая. А, вот оно, что это такое. Это съемник. Съемник деталей. Как это вообще делать? Ну вот если деталь ты не можешь снять, вот этим съемником можно деталь подцепить каким-то образом. Ну так предполагается. Я думаю, что видишь, показано. Ага. Это съемник. А где мы тогда возьмем эти? Нам эта штука не пригодилась, потому что мы ей не пользовались. Да, у нас ноготки нормальные. Так, ну что, давай все расставим. А куда вторую помаду? Может, и мы положим? Положи. У него где две помады. Так, книжечку. Ах, миллион. Погоди, там где она должна быть. Рассказывай, что здесь в доме есть. Кухня. У меня тут есть гостиная. В гостиной у тебя диван, телевизор, стол, да? Ваза. Дверка открывается, да? Да, дверка, чтобы войти и выйти. В доме открываются окна, да? А как же так? Без окон. Как некоторые открываются, некоторые не открываются. Ну ничего страшного. Еще открывается у нас еще раскатной. Вот дверь такая раскатная, да? Балкон. Нет, у меня еще тут есть туалет. Туалет, ванна. Да. Есть, как ее там называют, туалетная комната, например. Туалетная комната. Значит, наверху у нас есть такой чердачок, да, где можно, где мы читаем книжки. Да? Смотрит на звезды через верхние окна. Есть здесь барбекю. Готовят и всякие лимонады пьют. А здесь Эмма живет. Да, здесь живет Эмма, и у нее есть выход на балкон. Да. У нее есть свой собственный балкон. Давай покажем, как она может в нем стоять. Вот мы ее можем взять. Окна в туалете открывают и закрываются. Да. Окна открываются. Вот так вот. Эмма, вот так вот с утра. Просыпается, выходит на балкон, вот так вот, подтягивается, да? Подтягивается и зевает. Почему? Так вот. Ну что, интересно было собирать? Да. Будем прощаться? Да. С вами был канал Ева энд Плей. Всем пока! Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. И пишите комментарии. Пока-пока!